Так. Харе! Харе, мне не нужны больше алмазы. Все, я и так уже алмазов. Я прям алмазный чувак, прям уже чересчур много. Чересчур много, да. Всем привет, мои дорогие друзья! С вами Ярик Лапа, и сейчас я буду в виде хирурга. Ведь это симулятор хирурга в Майнкрафт. Так, что же это такое? Мы будем спасать людей. И не только. Будем вырезать сердца, вставлять сердца, уничтожать сердца, разрушать тела. Короче, все, что делают хирурги. Как-то так. Вообще, карта крутая. Прикольно сделана, достаточно просто и весело. По идее, это главное. Осмотримся, глянем, что здесь да как. Все реально очень красиво. Спавник. Прикольно, все нажимается. Сюда идем. Так, это какие-то папочки. Это переключатель. Ночь, день. Дальше это у нас клавиатура. D, A, B, C, D. Мониторчик, все дела. Короче, да. Дискеты вставляются. Это кассета или что-то такое. Или это какой-то телек или компьютер. Не понимаю. Короче, это не важно. Давайте будем, короче, кромсать. Кромсать будем, серьезно. Level number one. Вырезать сердце и положить в коробочку. Крутое задание. Реально крутое задание. Так, вот такой вот чувачок. Он уже разрезан. Уже готов к операции. Лежит ключ. Нужно его стукнуть разочек, чтобы все нормально заработало. Ладно, я шучу. Ничего не нужно делать. Нужно просто найти сердце. Оно и так понятно, где находится. Да? Слева. Справа. Ну, у нас, получается, как бы чуть левее. Здесь правее, потому что, ну, мы как бы так на него смотрим. Ну, короче, такая есть пила. Если вдруг нужно еще что-то порезать там. Берем инструменты. Так. И я так понимаю, сюда нужно положить. Да, вот типа в эту коробочку. Так, ну что, время-то идет. Еще, блин, не выживет этот чувачок. Давайте будем спасать его. Так. Нужно чуть-чуть здесь порядочек навести. Да, чуть порежем его, порежем. Извини, чувак, чуть порежем тебе здесь. Так, вот так сделаем. Чуть-чуть вот так, вокруг сердца. Чуть-чуть буквально порежем. Так, и с этой стороны или с этой? Ну, где-то по центре, в любом случае, где-то по центре должно быть. Вот оно. Или нет? Да, это оно. Есть. Забрали. Так, это типа сердце. И быстренько сюда. Ну что, спас? Да! Good job! Next level. Next level. Давай, грузись. Level number one. Так. Level number two. Так, разрушить меч. Нет проблем. Вообще, я думаю, это не проблема. Что-то кляться я такое. Короче, такой вот чувачочек, как бы рыцарь. Он сражался и, короче, лупанули мечиком. Нужно его спасти. Так. Это останавливает кровотечение. Это у нас скальпель. Разрушаем. Это нужно разрушать? Наверное, это не нужно. Ой, кровяша. Стоп. Конечно. Number one хирург в Майнкрафте. Что там дальше? Next level. Так, система робота. Третий уровень. Так. Инструментов я здесь не вижу. Значит, здесь все вручную. А, ну да, это же... Типа такой маленький лабиринтик. Все должно заработать здесь, ребята. То есть такой это робокоп. И он, короче, у него проблемы. Не работает система. Система должна работать. А значит, что мы делаем? Нам нужно здесь просто, по идее, как я понимаю, поставить все на свои цвета. То есть этот цвет сюда, этот сюда, этот сюда. Ну, надеюсь, это не так сильно сложно будет, как я думаю. Здесь что у нас липкий? Есть. Так. Что же дальше? Вот здесь. И... Тихо. Так. Нет.
Я понял, но еще раз подвинул ее. Блин, классно сделано. Классно сделано. И что? Все? Хоу! Есть, детка! Есть! Хорошая работа, конечно, хорошая. Так, левел 4. 4. Хэппи. Счастливый клоун. Как же я не люблю клоунов. Это просто капец. Они стрёмные. А вы любите клоунов вообще? Напишите мне в комментариях, мне очень интересно. Потому что, как я знаю, вообще дети не очень любят. Но я лично не очень как-то. Не знаю, у меня они какие-то стрёмные. Мне кажется, они реально не хотят ничего делать и веселить детей. Они реально хотят их там... Не буду говорить. Съесть или что? Так, что мне нужно сделать вообще? Что мне нужно сделать? Сделать его счастливым или что? Что мне нужно сделать? Ничего больше не дали. Только сердце. Что, дать сердце? Потому что этот клоун реально не тот... Ага, да. Да, этому клоуну нужно поставить сердце просто, ребята. Что, какой Тинти? Вот. Ты тут... А для чего она взорвалась вообще? Нет, не захотели, чтобы клоун просто жил. Ну, нормально, хорошенько. Level 5. Херобринчик, ребята, херобринчик. Херобрин... Брэм-брэм-брэм-брэм-брэм-брэм-брэм-брэм. Херобрин, херобрин, херобринчик, херобринчик. Красная пыль, антивирус. Антивирус. Нужно какой-то вирус уничтожить полностью. Вирус. Так, здесь что у нас? Чтобы заработало... Ой! 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 Ой-ой-ой! 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 Ой-о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 й
Умирайте. О! Так, и что мне нужно сделать? Это не конец, типа. Теперь нужно выбраться с лабиринта. Хо-хоу! Ну, дали задачку. Это может быть не сильно сложно, наверное. Блин. Как бы да. Ага, сюда? Нет, не сюда. Ха, интересно, это мне нравится. Такое мне нравится. Лабиринтики, это всегда хорошо. Так, наверное. Сюда. 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 Нет. Ха. Ха. Интересно. Это мне нравится. Это мне нравится. Так, куда же дальше? Куда же дальше? Чуть не могу я отсюда выбраться, ну никак. Ничего, сейчас найду я выход. По-любому где-то здесь есть проход. Где-то здесь есть по-любому проход. Не может быть, что я бы не выбрался. По-любому здесь как-то можно пройти. 100%. Скажите, друзья, по-любасу. По-любасу дядька Ярик найдет выход. Или будет просто по кругу ходить. В этом лабиринте. На любом случае, я думаю, что-то можно сделать нормальное. Ничего, найдем. Не проблема. Так, где-то сюда. Лабиринтик, значит, лабиринтик. Нет проблем. Где? Куда? Куда здесь идти? Это я, наверное, возвращаюсь уже обратно. Да, здесь, конечно, хватает этих блоков, этого всего. Так. Но здесь я был. Здесь я был. Я опять иду сюда. Так, сюда нет. Левел 5. О-хо-хо! Есть! 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 Нашел я все-таки выход. О, инопланетяшка! Инопланетяшка. Так. Так, что-то поставить. Ладно, будем разбираться по ходу. Так. Так, редстоун блок положить сюда. Два сердца. Получается так. Так, инопланетяшка, давайте посмотрим на этого инопланетяшечку. Ох, какой рот-то, однако. Какой рот. На тебе.
Не, разрушается. А, здесь что-то разрушается, ну ладно. А здесь, разрушаются глаза. Ну ладно, пускай себе разрушается. Давайте мы будем кромсать ему грудную клетку на понтяжке. Посмотрим, что оно там творится у него это. Что оно там творится такое? Вот такое творится, что оно там творится? Так. Ха-ха, ну да, Разрушается хоть она? Ой! Здесь тоже разрушается, может здесь что-то? Ну, здесь, я так понимаю, его нужно разрушить, да? Разрушил. Хорошо. А теперь давайте... Это разрушается хотя бы? Да, и это тоже разрушается. Хорошо. Ща мутим мегаоперацию. Ща, вот сердце. Во, дядька Ярик нашел сердце. Значит, два сердца и плантяшки. Блин, неплохо они прижились, однако. Это 100%, 150, 200 лет живут. А то и может больше. А может и до 1000 лет. Представляете, 1000 лет. Сколько же всего можно натворить за 1000 лет? 100%. Можно набить миллиард подписчиков на YouTube. 100%. И один, там, не знаю, там, триллион инопланетяшек в Твиттере. И 10 там еще каких-то неповторимых огромных чисел в Инстаграме за селфи. Но это для девушек. Так, нужно поставить сюда. А есть что-то? Больше ничего нету, да? Сюда. Это... Ага, понял. Не проблема. Сюда, значит сюда. Чтобы оно заработало. Что-то открылось. А что же здесь открылось? Что это такое? Это тоже разрушается, да? Давайте посмотрим, что это такое. Ну, что-то здесь не особо что-то такое есть. Ну, там еще разрушается рот. Рот и глаза разрушаются. Какая-то кнопочка. Сейчас посмотрим. О, нет. 100% нужно с кем-то сражаться. 100%. Ну что ж. Погнали. Так. Так, тихо. Тихо. Нет. Нужно восстановиться, Тихо. Нет! Умри! Есть. Блин, это, знаете, довольно-таки непросто, хочу вам сказать. Блин, как же они валят. Вот это жесть. Да, понятное дело, что хорошая работа. Так. Мозг Гомера? Уровень 7. Ну, погнали. Так. Сердце, огромное сердце. Или это не... Это кишечник какой-то. А что, сердца нет? Нужно найти, короче... Нужно найти... Ну, ладно, давайте сначала возьмем здесь. Что у нас здесь есть? Ого-го. Сколько здесь еды. И защита есть. Защита это главное. Так. И нужно покушать. Так, еда это очень хорошо. Нужно взять вот такое, это можно пока отбросить. Вот так вот, как-то так. Пускай восстанавливается. И посмотрим, что у нас здесь. Короче, это у нас Гмер, ребята. Ну какой еще мозг у него, я не понимаю. Но, наверное, есть. Наверное, здесь он очень-очень умный, я предполагаю.
О. И в чем прикол? И в чем прикол? Не знаю, в чем прикол. Ой. Кушаем. Кушаем. Так, что нужно делать? Что нужно делать? Я не врубаюсь, что нужно делать. Что нужно делать? Может, что-то здесь где-то есть просто? Да нет, здесь ничего пока нету. Нет, есть. А как же сюда зайти? Или это мне кажется? Ха. Здесь что-то есть, но как туда зайти? Здесь ничего не разрушается. Может, где-то здесь про... Ага. Ага. Ага, умно. Это мне нравится. Так, и куда же мы идем? Мы идем прям в голову. И... Это мозг? Это мозг? Все? Один блок? Красота. Красота. Каменный меч. Прикольно, прикольно. Тихо. Тихо. Так, так. Так. Монстрики, монстрики, монстрики. Бегом, 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 бегаем, бегаем. Все тихо. Все тихо. Это хорошо, это хорошо. Так, а что же дальше делать-то? Что же дальше делать? Что же делать-то дальше, а? Я не понимаю, что нужно сделать дальше. Где-то должна быть какая-то плита или что? Вот что-то есть. Что, все? Ю-ху! Есть! Есть! 7 уровней пройдено! Ну, конечно! Ну что, коммерчик-то, все нормально! О, алмазики, ю-ху! Вот так вот. Во, во, дядьку Ярику алмазику побольше. Побольше алмазиков. Во, во. Хо-хо-хоу. Ну что ж, мои дорогие друзья, спасибо вам огромнейшее за просмотр, за подписку и лайки. До новых встреч.